on air. Make like a trigger. Работаем, да. Всем пламенный салют! Это дневники медиа-центра Музон. И как всегда мы показываем отчет о прошедших занятиях. Просьба расположиться комфортнее и вкушать прекрасное. На этот раз 15-й группе выпала задача быть немыми актерами. На теории тележурналистики они поставили этюд, а также узнали упражнения, которые раскрепощают. В пределах разумного, конечно. Поезд прибыл. Бах! Ой. А что вы ходите? Взорвало давно начали. Все, вы лежите. Смотрите, нет смысла, все. Вы не чувствуете. Вы должны были все упасть. Упасть и умереть. Но они не отыграли. Практическое занятие было куда более интереснее, ведь наш преподаватель Диля дала почти невыполнимое задание для многих. В общем, суть всего урока была то, чтобы каждый ученик показал прогноз погоды, но при этом использовал неприсущую ему эмоцию. Будем смотреть. Всем привет, друзья! И сегодня мы будем говорить о погоде. В Северно-Казахстанской области, как всегда, идут морозы. Так что, друзья, могу я вам сказать о том, что крещенские морозы наступают на нас, поэтому запаститесь, пожалуйста, шубами, потому что грядит минус 30. Держитесь вареньем, мед вам в помощь и крепитесь, друзья, я буду вместе с вами. Всем привет! Это прогноз погоды. В Южно-Казахстанской области, в Шымкенте, сегодня жара и плюс 30. Ночью ожидаются дожди, бури и снег с градом. В Алмате в это время будет гроза и шаровые молнии, поэтому затыкайте свои дымоходы, чтобы вас ночью не прибило. Добрый день, уважаемые зрители! И с вами Маратов Санжар в эфире прогноза погоды. Ну, начнем этот эфир, не с весьма хороших новостей. Город Усть-Каменогорск экстренно эвакуируют вследствие сильного продвижения урагана Сэнди прямиком из Северной Америки. Ну, а в соседнем Семипалатинске погода весьма радует. Люди снимают их куртки, ложат в пакеты и одевают шортики. Зачем нам Турция, если есть Семипалатинск? Здравствуйте, с вами прогноз погоды, с вами Ангелина Кобызева. В Жасказган надвигается обильный ураган со снегом и дождем. Очень сильно обильный град также присутствует в этом циклоне. Но абсолютно противоположная погода состоит в Усть-Каменогорске. Там плюс 30 градусов. Люди пытаются спастись от неимоверной жары, убегая с города. Добрый вечер, с вами Женевьева, и у нас прогноз погоды. В Караганде надвигаются крещенские морозы и минус 30. А в Шымкенте, также в Кызыларде, у нас плюс 30. Очень климатические разные стороны Казахстана, и поэтому смотрите, куда вы поедете в эти выходные. Барлықтарыңызға сәлем. Эфирде ауа райы болжамдары. Еліміздің бірқатар жерлерінде күн құбылмалы болады. Солтүстігінде ауа райы көрсеткіші 20 градус. Батыс және оңтүстік бөлігінде жайма шуақ ауа райы орнайды. Көкшетау көгінде күндіз минус 11, түнде минус 17 градус нөлден төмен. Петропавл аспаны бұлтты көрсеткіші минус 13 градус, түнде минус 14 градус нөлден төмен. В эфире первого музыкального прогноз погоды. С вами Карина Евграфова. Здравствуйте. В Актюбинской области ожидается глобальное потепление. Все благодаря южному циклону, который поднял температуру до плюс 2 градусов с утра. Менее повезло жителям Атырау. К сожалению, у них будет прохладная погода и температура воздуха опустится до минус 2 утром и продолжит опускаться до минус 15 в обед. Так что, атырауцы, запасайтесь теплыми варежками и какао. С вами была Карина Евграфова и прогноз погоды. Всем привет! Это прогноз погоды на телеканале Музон. Минувшую субботу в Актау выпал снег, который стал самым мощным за последние 20 лет. Всего за пару часов выпало 10 миллиметров в эквиваленте воды.
Синоптики обещают минус 30 градусов и советуют жителям Актау не выходить из дома, только если по необходимости. А вот в Туркестане все наоборот. Плюс 15 градусов и отличное настроение у горожан. С вами Айсят Балаева и прогноз погоды на лучшем музыкальном. В городе Алматы сегодня солнечно, плюс 25. В городе Семипалатинске ожидаются порывистый ветер, холода и снег. Также просим всех зрителей, предупреждаем, что нужно одеваться теплее. А в Алмате наоборот. Одевайтесь легко, сегодня прекрасная погода. Прогноз погоды я вела, и вот, знаете, это было самое сложное для меня. Подождите, сегодня все группы абсолютно говорят, что было очень сложно. Почему? Потому что нужно было показать еще эмоции, рассказать о погоде, и нужно было еще пройти кастинг. Это все параллельно, и, в общем, это было очень сложно. Но вы справились или нет? Я плохо справилась. Медиа-центр «Музон» умеет удивлять, причем приятно удивлять. Ну что, сейчас обсуждают эту новость абсолютно все в медиа-центре. Давайте рассказывайте, что произошло. В общем, наш преподаватель Диля дала мне вести хит-парад, чему я вообще до сих пор поверить не могу, если честно. Было очень много слез, я очень сильно волновалась. Ну то есть, и вообще это неожиданно, это просто подарок. Почему? Потому что... Блин, просто мне кажется, только боженька один знает вообще о том, что это мечта вот всей-всей-всей моей жизни, и вот буквально 15 секунд назад она там сбылась, и поэтому, блин, мне кажется, меня все сейчас завидуют и тихонько ненавидят. На стилистике ребята узнали о психотипах как своих, так и популярных актеров. А также преподаватель Куникей дала пару советов о моде и стиле. Это тест, это мудборд. Вообще его используют во всех институтах моды, допустим, каких-то на курсах. Просто это все разбито. А вот у группы 13 был, пожалуй, самый что ни на есть ответственный урок, так как они самостоятельно брали интервью у дивы казахстанской эстрады Луины. Волнение, страх, переживания и эйфория – весь этот фонтан эмоций прочувствовал каждый студент. Темы беседы были абсолютно разными, начиная от хайпа. Как бы то ни было, но, как говорится, да, есть такая фраза, она была «people have it». То есть, если человеку это нравится, если есть признание, значит, ну, то есть, не волнует. Поет ли она там, не поет. Заканчивая популярностью в интернете. Лично я, наверное, такой более старой закалки. Ну, то есть мы тоже, конечно, начинали с того, что продвижение было с интернета. Тогда это было не совсем актуально, нас практически никто не понимал. После нелегкой практики студенты отправились на урок стилистики. Разговор шел о тех же цвета и психотипах. Свои оттенки оделись. Вот этому хорошо. Он и сам по себе очень яркий чувак, поэтому ему яркий будет хорошо. Яркие, насыщенные оттенки глубокому колориту будут окей. Результаты наших студентов вы увидите уже скоро в эфире главного музыкального, а также на нашем YouTube-канале. Но я прошу вас не переключаться, а музицировать под вкусную музыку.